get hit a piece of day, you wanna jump on this. Can't take that, no, we ain't safe, I'm jumping. Всем, ребятки, привет! Сегодня я решил сделать обзор на Тони Раута. Премьера клипа на 2017 года «Боги спустились с небес». Честно, я за Тони Раутом слежу очень давно. Мне нравится его каждая песня, каждый клип. Мне вот эта вся его агрессия просто жестко нравится. Я когда езжу на учебу, я только его и слушаю. Он жестко меня бодрит. Вот, и погнали с вами клип смотреть. Бум! Я вам с вами налезь. Тони Раут, это демон в церкви. Я в царстве Аид, где мой церкви? Моя свита рядом стоит стенной цельной. Красуется на шее алкефеста цепи. Я король, которого искали вы. Да я король, член мой экскалибр. Что я могу сказать по поводу этого клипа? Очень-очень все качественно. Внешность Антона просто зашкаливает. Вот, если вы успели заметить, типа изо рта кровь у него пошли, там зубы вампира. Блин, честно, ребят, клип просто божественен. Просто супер. Очень мне нравится этот клип. Вот, премьера клипа 2017, я не знаю, вышла ли эта песня, скорее всего, только сам клип, и, скорее всего, может быть, и музыка вышла. Вот, очень, конечно, прикольно, давайте с вами посмотрим комментарии. Комменты. Сейчас, ребят, я прям бум. Да, ребят, смотрите, еще такую, сейчас вот просто у чувака, ты взял идею, вот. Клип действительно офигенен. Вот, просто меня бомбит. Кто я был, чей это был план режиссера, вот, просто все
так прикольно все вот это, все схвачено, все это отмонтировано просто. Мам, блин, вкус. Ну, прикольно вообще, жестко. Честно, ребят, мне очень понравился этот клип. И скажу вам. Пока-пока для до следующего обзора. Либо видео. Да, до следующего обзора Тони Раута.